Поделитесь и с нами. Заставки не будет. Будет, конечно, заставка обязательно будет, но после нас. Вот так, не получилось у Virtus.pro очень быстро победить, но все равно выиграли быстрее, чем Na'Vi у них. Похожие две карты, на самом деле, последние были, вот в каких-то моментах таких общих. Сперва доминация, потом переворот, и потом еще доминация немножечко. Но ну, уже какая-то такая уже своеобразная. Но да. Тут совсем были какие-то адовые качели. Если ну, в игре Virtus.pro Na'Vi все-таки это выглядело так, что Na'Vi доминировали, отдали доминацию, потом игра там устаканилась, что-то происходило, потом там Na'Vi возвращали доминацию. То здесь происходило как? Доминировали как бы Virtus.pro, шли, фидели там втроем, как бы отдавали ну, довольно серьезный куш, учитывая патч. Филиппинцы прям тут же кого, ну, за кем-то гонятся через полкарты и там уже умирают втроем. То есть вообще вот просто туда-сюда, туда-сюда и так всю игру. Но Virtus.pro, в принципе, всю игру вели, поэтому должны были они, наверное, доводить до победы. Заслуженная победа. Ну да, с трудом, но все-таки победа есть победа. Но долго тоже, долго, и для Virtus.pro это не очень выгодно. Вот мы затронули с вами такую тему, вот в плане того, что вы достигли преимущества, вы доминируете в начале, вы убиваете, нон-стоп, гангаете, и тут наступает момент, когда нужно зайти на хайграунд. И команды не могут. Не смогли Na'Vi, не смогли Virtus.pro с первого раза этого сделать, соответственно, чуть игры не лишились. В чем суть, как нужно было правильно сыграть Virtus.pro в том моменте? Где было упущение? Тима. Да. Ну, я думаю, надо просто правильнее как бы, все делать, чтобы не было такого. Ну, тебе не обязательно ломиться на рампу против там Вайда. Ну, тут еще была такая всегда ситуация, что Nature Profit подходил под хайграунд, его одного ловили, и команда уже оставалась в меньшинстве. Ну, там, да, эти заходы от Седова были не совсем какие-то такие интересные. Но он реализовал Bloodmail, чтобы его находили, его били. Ну, только Bloodmail не нажимался, к сожалению, когда под хроносферой стоишь. Ну, слушай, он реализовывать пытался. То есть собрал итем, реализуй, все верно делал, значит, получается. Там, да, там в определенный момент Nature Profit реально начал фидонить, потому что он умер, он не байбэчился, но он, по-моему, раснулся, и через 2 минуты снова умер. Причем его ловили одного, он не пытался пушить, он просто непонятно чем занимался на карте. Это все Bloodmail, потому что когда у тебя Bloodmail, ты чувствуешь себя неуязвимым. Если ты купишь что-нибудь такое попроще, там по Hex, Майлшторм, что угодно на демедж, то тогда ты будешь осторожней. Все наверняка верно, все, наверняка верно. Все дело в нем. Ну конечно, ты покупаешь там, чтобы танковать, и что ты делаешь? Конечно, ты танкуешь. Ты пришел, тебя убили, но ты нажал Bloodmail, отнял всем по пол хп, и ты даешь инфу. Отнял по пол хп, парни, карта свободная, и все действуют, фармят. Ну, это шутка, конечно. Ну, мы нашли корень зла тогда. Действительно, очень неаккуратно играет Седова. Вообще, на всем этом турнире Седой очень неаккуратно играет. Вот в каждой игре заметны именно какие-то загулы в соло. Это зря он делает, потому что у него все-таки герой всегда расфармленный, всегда с большим уровнем. Такой фит он частенько оборачивается. Те же Team Secret наказывали очень серьезно. И Na'Vi наказывали вот в прошлой игре его. Или филиппинцы наказывали. Да, и вчера были такие ситуации, пока когда он на паке играл и просто в определенный момент начинал 3 раза подряд отдаваться. Ну, это и были Team Secret, да. Ну, да. Ну, как и итог, и заключительный его счет 8-8-24. Хотя вот хотелось бы отметить очередную хорошую игру от Йола на Огрмаге. Сигнатурный стал персонаж для него. 10-2-22 он закончил. Ему на самом деле действительно везет. Мы отмечали на эти мультикасты. Очень много мультикастов вылетает. Там на самом деле первую половину игру фартило всем, я бы сказал, Virtus.pro, потому что только год на Т2 они по ботому заходили, и он форстафнулся, чтобы связать, но только получилось, что он связал 2 персонажей в лесу, то есть да, куча деревьев. Да, вот эта связка, это вообще элитно. Куча деревьев. Может связать с любым из них, но связались именно 2 героя, которые стояли в лесу. Причем второго он даже не видел. Ну и в результате забрали их обоих. Но это еще началось, это было еще до качель, а я не могу зайти в лобби. Ты можешь зайти в лобби? А я зашел. Ты уже в лобби. Хорошо тебе. Но дота лагает. Нет, нормально. Ты, кстати, тоже в лобби. А, я тоже в лобби. Ты просто наступил зашел. Я понял. Na'Vi тем временем настраиваются. Ну, выглядели они бодро сейчас в Players Lounge, сидели, шутки, веселье. Считали, за сколько им там надо выиграть или проиграть, или что-то такое. Потом все поняли, что им нельзя в любом случае. А нет, им можно даже проиграть и выйти всего с первого места. Если проиграют они больше, чем 60 минут, 65. 65? Да, тогда, если они проигрывают, тогда у них типа по рейтингу еще нормально. Есть, нет, не 65. Не так, тогда а если проиграть? Если проиграть, то тогда уже за 78 минут. Почему 78? А там разница 13. Потому что ты должен компенсировать свое...
ну, разницу между своей победой и победой Virtus.pro. Да, да, там и 13 минут стало. А, да? Так 13... сделано. А я думал наоборот, я думал, им 13 минут. Поэтому если сейчас Нави решит терпеть, то нас ждет игра на 80 минут. Если они поставят перед собой задачу затерпеть 80 минут, а потом все-таки слить. Да. Ну, да. Вряд ли я думаю, что они так поставят перед собой задачу. А филиппинцам что нужно сделать в таком случае? А филиппинцам надо выиграть быстрее, чем за 55. Меньше. А, быстрее. Быстрее, да, выиграть быстрее 55 минут. За то время, как, за сколько у них выиграли. Все понятно. Ну тогда у них есть шансы. Виртуса. Все шансы. Да, да, у всех сейчас есть шансы. Ну да, я думал просто, что тут уже нет шансов практически у филиппинцев. Нет, ну, оказалось, что все. Не три игры сыграны, ты еще не знаешь. Да. Может быть, счет 1-1-1, а ты филиппинцев уже списал. Ну, проигрывали достаточно долго в итоге. Да, я про таймрейтинг говорю. Я думал, немножко по-другому считается. Оказывается, что все тогда еще тогда Нави нужно собрать. Булки. Ты это, по-моему, третий раз сегодня говоришь. Нет, второй раз ты собираешь у Нави булки. Ну, ладно. Пока они, конечно, не очень собраны, эти булки. Все как-то рассыпается этот. Не палят страты. Не палят. Еще плей-офф же впереди только. Конечно, еще. И финал еще. Нет, они спалили на самом деле. Soul Limited Paration это было... Это задумочка, да, заготовочка. Уже подпалилось немножко, но... может быть, есть еще что в рукаве? Легион Командер. Тоже спалился. Тоже. Может, еще есть что в рукаве? Но это практически была комба, если что, Легион Командер и Operation. Именно в этом-то и смысл. Легиончик, мол, кого-нибудь засасывает, туда ульт аппарата, бах-бах, дуэльку выиграли. Да, он как раз создает время, чтобы ульт аппарата долетел. Ну да. Ну, короче, одну страту только спалили. Есть ли другие? Наверняка что-то есть. Поглядим. Есть ли что у Execration? Ну, Execration, вот проблемы. Вот им забанили Death Prophet, да? Да. И вот уже, все-таки у них, видимо, конкретно на Death Prophet строится много в игре. Без Death Prophet как-то не так все здорово получается. Хотя выглядели неплохо. Ну, Solo Metrazor, откровенно говоря, Джей смотрелся не так. А Джей хочется более активного героя увидеть. Чувствовалось, что на Разоре он себя не очень комфортно чувствует. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. Команда там настраивается, у меня лобби висит. Я понятия не имею, что сейчас происходит в игре. Пытайся. Ну, нет, мне скорее всего тут... Ты зашел уже. Ты зашел, сидишь нормально. И сижу в канале? Да. Отлично, просто потому что у меня нету коннекта к Dota 2 Network. Сейчас оно пофиксится. Ну, собственно, филиппинцы-то готовы уже зайти. Я думаю, они там просто в любой момент запрыгнут. Только что играли. Ну, они сейчас совещаются Na'Vi... перед игрой, возможно. Да, Na'Vi, я думаю, что долго тоже не будут отдыхают. Тупить, потому что здесь уже всех торопят, ввиду того, что переигровки оказались очень долгими. А ты представь, если бы у нас не все решилось так в группе А, и нас ждала бы переигровка. Там, переигровка не только во второй группе, но и в первой группе. Там параллельно бы были стримы. Да, скорее всего, мы бы играли половину здесь, половину в Players Lounge, и стримы шли бы параллельно. К сожалению, да, поэтому... на сцене мы бы посмотрели только один. О, как а так смотрим все, и причем игры достаточно интересные. Игры достаточно интересные и очень важные. Непредсказуемые. Каждый матч. Нас недоволен словами интересными. Нет, ну, конечно, они интересные в какой-то степени, потому что они длинные. За длинную игру в любом случае происходит что-то интересное. Что-то можно найти, да. Но, как бы, не знаю, у меня даже в Твиттере люди пишут, я там написал, мол, прикольная игра, там, переворот, и мне там сразу 5 ответов. В чем прикольного, я столько косяков, типа, в паблике не вижу. Ну, и я тебе говорю, общий уровень людей, которые смотрят, он поднимается. И... Нет, это у твоих фолловеров очень высокий уровень. Да нет, тебя это... фолловят только люди с MMR выше 5000. Нет, выше 1000. Выше 1000? Да, или ниже 1000. А так вот почему ты меня удалил, я понял. Я? Тебя? Да нет, ты что, я подписался, еще и рекламирую каналы. В общем, но игры, конечно, да, они энергичные такие, потому что миллион киллов происходит, миллион каких-то действий, есть на чем посмотреть, это прикольно. Ну, есть на что посмотреть, как Фанни врывается в пятерых, как Void у нас в текущей игре, которая только что закончилась, тоже притпшился на Тауэр, когда уже трое умерли. Он притпшился, впрыгнул в пятерых, но развернулся. Это не Фаник. Он это купол не дал. Он не дал купол. Он развернулся, ушел. Там какая-то команда, видимо, от капитана была. Назад, бета. Попыточка была продублировать подвиг Фаника, ворваться на пятерых. Это типа, знаешь, уже там через shift все прожал. И типа отменить уже никак нельзя, все. И пошел, а потом хоп назад. И потом с горя просто стоять в этом куполе и ждать, пока он закончится, потому что вряд ли уйдешь. Таймбок потрачен. Все потрачено. Все потрачено. А бэктрек не прокает. О, я вижу лобби наконец-то.
Да, ты уже давно в нем. Я хотел бы обсудить медальку на Апарейшене. Медальку на Апарейшене. Диман, как тебе медалька на Апарейшене? Нормально зашла. Они с ней убили Рошана пару раз. Да. Да? Достаточно быстро. Достаточно быстро. Что бы они делали без медальки? Я не знаю. Бывали бы чуть-чуть дольше. Слушай, честно, я не знаю. А можно что-то делать без нее? Просто довольно было так интересно смотреть на игру, которую, в принципе, Virtus.pro ведут на всем протяжении, где они в определенный момент ввели там 20 тысяч по голде. И без медальки никак. Да, без медальки. Ну да, да, получается, что так, возможно. Но все-таки забирали уже там 3-4 рошаров, забрали все тавры на периферии, все 6. Очень много киллов. И где на 35-й минуте на 40-й Operation с медалечкой, ботинком и, ну там, это... Фурстав, по-моему, был. Ну да, потом фурставчик появился. То есть ни Аганима, ни Медаза какого-то, но нет попытки даже. Это практически был минус герой. Он просто ходил. Более того, вы видели тот промежуток времени, порядка 3-4 минут, когда Жотом устал играть, понимаешь, он просто остановился. Вот даже нельзя сказать, что он подрабатывал вардом, потому что он видел одну малюсенькую полосочку у магазина, на, в лесу Радиантов. Его, кстати, поймали, ну, его обнаружили. Почти поймали. Не успели, он, да, ушел. Он ТП-аут. Не, ну, сам факт того, что Жотом просто не хотел скликать на мышку, он просто встал, стоял. Ну, встал тоже, но, наверное. Но ульты он кидал, Он там помогал Профету, когда тот умирал. Ну, это не помогло Профету, но ульт туда заходил, на ботом лейн. Он его кидал пару раз. У нас тут вовсю идет фотосессия с Линой, такие кристалл да, Мэйденов пришла, да, пришла еще Лина. Лина дошла, да. Лоду выцепили, сфотографировались. Приходите и вы, будете фотографироваться с Линой и ЦМ-кой. Да? Да, еще и смотреть на очень много количества матчей, которые осталось. 3 матча как минимум, 2 из них best of 3. Короче, здесь будет очень много всего интересного еще сегодня. Да, и вроде даже есть еще места или уже нет свободных на эти позиции. Стоящие точно есть. Ну, стоящие всегда есть. Понятно. И потом как... будут висять, и он на трубах там люди будут. Как вам Огармаг? Ну, Огармаг интересный персонаж. Ну, Virtus.pro взяли левелап по сравнению со всеми предыдущими командами. Они поняли то, что, в общем-то, герой идеальный, если ты просто берешь агрессию, в которой ты будешь давить. И потом, спустя время, бафаешь на всех Bloodust, и фактически любой твой герой, особенно как Фурион, имеет высокий лейтгейм потенциал. В итоге вот в такой связке Огр чувствовал себя просто идеально. И Мирана, про которую ты говорил, что не хватало под нее Огр-мага у Нави, когда они ее брали, то повышается боевой потенциал Мираны тоже вместе тут, с этим Огр-магом. Не только, тут еще и Апарейшн. Ну да. И VR-очку можно пробафать. Вообще, получается, что таких, если дикий. Уходить совсем в дикий-дикий лейт, то могут одеться 3 персонажа у Virtus.pro. Хотя там тоже есть воед, разор, которых не очень хочется в лейт отпускать. Ну, у Virtus.pro эти персонажи, кор-герои, они бафались вот этим вот Огармагом, в какой-то степени и аппаратом. Это достаточно серьезно. Ну, и к тому, что у нас постепенно появляется герой матча, который уже идет на ферст-пике. Это Огармаг. Он хороший в начале, хороший в середине, хороший в конце. Единственное, что остается, это подбирать под него боевой потенциал. Ну, Virtus.pro во всех играх, по-моему, Огармага отдавали. Брали. Забирали. Нет, они забирали, но в какой-то игре их забанили Огармага. Вчера во всех трех играх был Огр, это я гарантирую. Сегодня, если не было... Нави Virtus.pro. Сегодня? Да. Вчера на Virtus.pro, Virtus.pro First Pick был Огр. Я вам Огр. Сейчас скажу. Нет, они очень часто... Я просто не помню, вот... Очень часто забирали Огр и Virtus.pro, им очень понравился этот герой. И, в принципе, не зря, действительно интересный, но я все равно считаю, что это не герой First Pick'а. Хотя он... Да, он прикольный за счет, ну, как обабнули Bloodlust, что он работает на БКБ теперь, вот в этой версии. Ну, действительно стало прикольно, потому что раньше было как, кэрри по-любому собирает БКБ, он по-любому его нажимает в драке, Bloodlust спадает и нет вообще смысла в этом бафе. С ним только фармить быстрее. А теперь... Виталий пришел. Доту мне починить пришел, Виталий. В чем твоя проблема, Вилат? В лобби не можем зайти. А там теперь игроки уже все собрались, они, в принципе, готовы стартовать. Нужно им написать, что... что нельзя стартовать, у нас проблемы. Так что с тех пор, как бафнули в общем Огра... Я справлюсь, я помню пароль. С тех пор, как бафнули Огра на вот этот вот Bloodlust, он стал к нам заходить очень жестко. У тебя дотку лагает, Вилат.
Очень жаль. Так что, ну, я думаю, в этой игре сейчас будет, будет борьба за пик. Что ты думаешь, в том числе? Виталий? Да, ну, нас думаю, ждет игра на 80 минут? 56. 56 минут. Вообще-то это, этого недостаточно. А кто победит? Филиппины. Филиппины за 56 минут. То есть ты хочешь, чтобы Virtus.pro вышли в сетку виннеров, Филиппины вышли на третьем месте, а Na'Vi на четвертом. Шестикратные чемпионы. На последний. Почему бы, собственно, и нет? Против кого они попадали? Бывает. На Alliance или на Cloud9? На Alliance, потому что Alliance выиграли в личной встрече у Cloud9, Cloud9. Поэтому Alliance на третьем месте. Alliance Na'Vi. Ты просто опять хочешь Alliance Na'Vi, да, пораньше увидеть? Любитель, будешь еще в Твиттере писать кругом, да, разжигать чемпион, это финал, третьем интернешнл, у нас это ладри, в лузерах, в первом раунде. Дальше филиппинцы, еще самое интересное. Оставайтесь с нами. Так я, может, ты сразу сядешь, в принципе, как-то через плечо у меня здесь. Разбираешься. Спасибо, Виталий. Писал, ушел, написал go-go и свалил. Мог бы в натуре уже сесть, поболтать. Кстати, сел рядом, вон, только нас, его нас не видно. Виталик подрабатывает с админом просто варенье на полставочки. Да, ну что, команды готовы, матч, игра действительно начинается. Мы сейчас будем смотреть последний стыковочный матч, переигровочку. Na'Vi против Interactive Philippines. И какие прогнозы? Тут я ставлю на филиппинцев, конечно. На филиппинцев? Да. Я тоже на Execration поставлю. А, все соглашаются с Виталием. А сколько? До, сколько? Давайте не точное время, до 55 или больше. Три арканы ставлю на филиппинцев. Я думаю, до 55. До 55. Дим. Тоже давай на филиппинцев. Тоже, так. По приколу. Все хотят Na'Vi на четвертом месте видеть. Ну нет, я поддержу Даню. Как старый добрый. А то он ко мне в гильдию вов не вернется, а что я буду делать? Мы придем. А, вот, тебя завербую, точно. Ладно, мы уходим буквально на совсем-совсем короткую паузу и передаем слово комментаторам.